Опять. Dark Space Tactical Simulation initiated. Activating performance tests for Dark Six Persuade application. This application forces a human ship carrier to fight on your side for limited time. Enter the practice area to begin test. Зашел. Test. Activating Persuade application. Хорош уже, делай это быстрее. Хорош. If all enemies are eliminated before the persuasion effect runs out, the target will commit suicide. Замечательно. Значит, суицидная способность теперь вообще не нужна. This challenge combines the use of firearms and the persuade application. Так. Starting challenge. You must protect the courier as he moves between safe zones through the scenario. It is vital to eliminate threats and draw fire from the courier. Your ammunition will be limited. Breach the safe zone marker to start the scenario. Так, а это враги, значит. Ну что, я крут? Нет? Еще не все? Breach the safe zone marker to continue. Все, отлично. Еще в одном попадании он был трупом. Да что за нафиг? Да вы прика... Молодцы какие, а? Умеет же народ задерживать. Да я понял, спасибо. Идите нафиг. После такого хочется игру вырубить просто. Сейчас пионерская. You must protect the courier as he moves between safe zones through the Пока он тут договорит. It is vital to eliminate threats and со скоростью. Your ammunition will be limited. Паралитика, блин. Breach the safe zone ну, marker to start ну, scenario. Ну, я готов. Я готов порвать всех. Можно, пожалуйста, побыстрее говорить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тык. Давай, 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 давай. Все, отлично. Perfect performance. Courier survived with good health. Well done. Exit the simulation. Да сама меня вынь отсюда уже, все. Отлично. Следующее задание. Потихоньку продвигаемся вперед. Нажимаем вот и оказываемся в новом уровне. Этап 7. Наблюдатель Нью-Йорк, верхний сайт. Нет, насчет уюта я, пожалуй, погорячился. Какой здесь нафиг уют? Какой здесь нафиг уют? Все равно все в дымке какой-то. Или это облака? Неужто это облака? Земли-то я не вижу. Значит, высоко. Километра два, наверное.
Не хочу я покидать корабль, черт вас возьми. Ха. Весьма рискованная высадка, знаете. Я вам за такое потом башку оторву, пилоты. Ленивые скоты. Приземлиться нормально не могут. Меня одного на таком огромном басе везли, что ли? Я здесь зачем? Или я так обычно на работу добираюсь? Ладно, зайдем. Шаткой походкой. Никого по курсу не вижу. Погодите. Сюда тоже можно зайти. Но что здесь? Блин, кому-то ж на башку упадет. Меня здесь не было. Меня здесь не было. Определенно, я сюда не ходил. Мы за кем-то следим, что ли? Так уж и быть, придется следить до конца. Я слышу голубей, но не вижу голубей. Они еще и невидимые, что ли, теперь? Да я на Ямайке. Как ты в прошлой миссии. Что это за запорожец летающий? Косой взгляд. Куда мне идти? Неужто прыгать? А? Не совсем прыгать, но все же. В здание меня пока не впускают. Думают, я пол запачкаю. Гады. Сюда тоже нельзя. Вот эти агрегаты как будто из Mirror's Edge взяли. Что вполне возможно, знаете. Да и вообще вот это все покрытие какое-то. Оно такое очень напоминает. Agent Merritt, line of sight. Took your time, Kilo. Show's about to start. Какой-то незаметный чемоданчик. Ладно, мы что, туда будем перебираться? Это, по-моему, перебор. Или вниз. Похоже на лебедку. Видать, я буду штурмовать нижние этажи. Ага, нет. Это маленький неприметный бинокль. Ей займусь, лучше с ней заняться. Что ж такое? Незаметный бинокль. В ванной камеру тоже поставили. That was Simone Beals, age 31, single, executive manager, General Archives. Can't trust this bitch. More traffic. Yeah, draw. Get off this line before they trace the call. Don't blame me for being right, Lily. Don't be a prick, Chris. I am so tired of your shit. We're all tired, Lily. And I guess some of us got softer beds to sleep it off in. That's not fair. I've risked as much as you. Risk nothing. You turn corporate on me, Lily. Fuck you, Chris. Just because I don't want blood running in the streets, you think... Wow.
Экшен, экшен, поворот событий, интрига, давайте. Сейчас понадобится снайперская винтовка определенная и... Снайперку-то уж точно я возьму. Можно я постреляю? Так, насчет гарпуна я тоже угадал. Надо же. Ну, знаете, здесь столько всего понапихано из популярных голливудских фильмов, что... Это неудивительно, что я угадываю некоторые моменты, потому что пересмотрел этих боевичков в свое время. 25 миллионов тысяч. Если вы знаете, как это много, то вы меня поймете. Ух ты, вот это ванная. Я лучше здесь помоюсь, чем за этой полезу дурой. Нафиг она мне нужна вообще? Кому она нафиг нужна? Посмотрите, какая хата. Кухня, твою мать. Утро, солнце, зашибись. Даже бананчик есть. И огромный черпак. Дурацкие журналы. Мне интереснее ее хату обыскивать. Раз она так хорошо детализирована, значит, мы еще здесь побываем, я думаю. Не просто же так. Все это дело сделано. Правильно. О, май fucking god! Почему я их через стекло не могу взламывать, интересно? Они вообще какие-то невзламываемые. Полуневидимые. Не то. Парень, парень, парень. Ты такой утырок. Черт. А долго способность действует. Правда, он что-то как-то не хочет их особо убивать. Е! Мне пистолет больше всего нравится в игре. Чувствуешь его мощь. И эффект действия. А вот это то, что нужно, скажу я вам. Что это за инопланетянин? Посмотрите, какая у него здоровая башка. Что это? И что мне с этим делать? Раненый медведь. А их нельзя убедить в чем-нибудь? Ага, их можно подловить на этой фишке. Вот сейчас он сражается с турелькой. Казнить тебя нельзя, чувачок. Ну вот так вот можно. А это не турелька, оказывается. Ух ты ж, ёлштыш. Ёлштыш. Латыш, ёлштыш. Чёрт, а что ж ты будешь делать? У меня есть более простой выход. Ты вообще будешь подыхать? Черт! Что у него за броня такая интересная?
Отвлекись от меня, деточка, хоть на секундочку. Черт! Оставалось совсем немного, чтобы его прикончить, но я сложал. Надо было переключиться на дробовик и посмотреть, если у меня патроны от него, а то закончились. Я один раз переключился, и все, больше обратно не переключался. Хорош.